Красота в глазах смотрящего. Это высказывание отлично подходит для описания выставки «Нижний Новгород. Детали. Часть 2». Хотя все 30 представленных здесь авторов обращают свои взоры на один и тот же город, Нижний Новгород, каждый отражает его красоту по-своему. Мы выбрали как принцип экспонирования произведений принцип преемственности. В каждом зале вы можете посмотреть и какой-то произвести анализ развития стилей разных авторов разных времен. От, ну, допустим, советского времени, потому что здесь вот представлены советского времени работы, и до совсем современных молодых, активных, деятельных художников. Это уже второй этап выставки «Нижний Новгород. Детали». Первая, историческая часть, работы из фондов и частных коллекций, была представлена в Доме губернатора в Кремле. Здесь же произведения живописи современных художников. На полотнах зимние образы нашего города, яркие блики вечерних огней на площадях и свет, заливающий тенистые узкие улочки. Разнообразие сюжетов и буйство красок оценивают юные гости выставки, воспитанники первой школы-интерната Нижнего Новгорода. Каждый фантазирует, что бы на месте художника изобразил он. Тебе самой нравится рисовать Нижний Новгород? Тебя вдохновляет как-то он? Ну да, мне нравятся его очень краски, он очень светлый. У меня есть Покровка, любимое место, я люблю находиться около театра. Очень красивый. Я хочу нарисовать какую-нибудь улицу, очень хочется, в прям яркой краске, чтобы радовало. Я бы нарисовала какой-нибудь дом, яркий такой, красивый, ну, который вечерний закат. Нарисовать охота Кремль, потому что он ярко-светлый, вот, и красивый очень. Самый приятный, самый веселый город. Захотела зиму. Снег, покататься на горке, Новый год. Всего на выставке представлено более 80 работ. Среди них живопись, графика, литография и скульптуры. Есть экземпляры, которые ранее не выставлялись перед широкой публикой. Например, картина Сергея Каманина «У стен Нижегородского Кремля». Но особое внимание молодежи привлекает современное, необычное произведение уличного художника Андрея Оленева «Реставрация». Этот вот персонаж, этот человек смотрит на наш город, как некое вот такое вот абстрактное, отстраненное от него существо, да, которое видит картину в целом и, главное, может что-то сделать. Бесплатно насладиться искусством и увидеть Нижний Новгород глазами десятков художников смогут не только ребята из первой школы-интерната. Проект «Нижний Новгород. Детали» подразумевает бесплатное посещение выставки представителями различных социально незащищенных групп населения. Наш музей давно работает с абсолютно разными категориями. Мы занимаемся с детишками с расстройством аутистического спектра, мы работаем с интернатом для глухих детей. И таким образом пытаемся и приглашать, и привлекать и преподавателей, и самих ребят посещать художественные выставки, знакомиться с искусством. Выставка «Нижний Новгород. Детали. Часть 2» в Нижегородском государственном выставочном комплексе по адресу площадь Минина и Пожарского 2/2 будет работать до 28 октября. При этом каждый желающий сможет унести с собой не только приятные воспоминания. Издан художественный альбом «Нижний Новгород. Детали», где представлена большая часть всех картин обеих частей экспозиции. Служба информации, Екатерина Васильева, Николай Прохоров.